Добрый день, друзья. Погода у нас изменилась буквально за 2 часа. Метет. Сейчас мы выезжаем в песчаный карьер, хотим покататься там. Едем на интересном автомобиле. УАЗ Патриот, буквально с салона Евгения приобрел. Здравствуйте, друзья. На автомате. 5 километров пробега прямо с салона и гоним его в песчаный карьер. Ой, опасно, ребята, опасно, очень опасно, очень опасно. Ух, жестко, жестко. Первая понижена в отсечку. Так, Туарек у нас. Песчаный подъем. Летом здесь очень сложно подняться. Сейчас все подмерзло. Но подъем прилично, ребят. Ветер, вы не представляете, снимать аж руки замерзают. Буквально за 2 часа, говорю, погода изменилась у нас. Но все равно приехали покататься, чайку попить. Вам приятного просмотра. Турек у нас стал на пике, накапывает, но, к сожалению, подняться не мог. Так, вторая попытка. Молодец, заехал. Посмотрим. Смотри, он вроде потихоньку хочет. Вот ему интересно, поднимется. Слушай, тяжело, но смотри, тянет. И зашел. Красавец. Так, у нас Егор. Стоковый не вас. Да, вот сейчас на первую. Не хватило. Вторая попытка. Да. Все, не вас победил. Тихо заварены. Неугомонный, да. Переднеприводный дастер. Ну вот, смотри, что шестерка на заваренном дифе. Но дастер, конечно, пониже заехал. Сейчас запустим. Нормальный агрегат. Вес приличный. Мотор мощный. Колеса позволяют. Посмотрим. Сейчас на холостых закатится. Легко. Да, грунт жесткий. Так, смотрим дастер.
дождь набрал. Это что-то было такое, пшикнуло. Дастер, который заезжал, и пшикнуло что-то. Вот колесо разулось на ступеньке. Ох, а ни хрена себе! Это вот так на ступеньке. Да. А я слышу, что пшик. Думаю, что такое пшик? Вот это удар. Летом вот этот шевик катался и не мог заехать на горку. Сейчас, видите, все спокойно заезжают. Но он поехал на второй, но на второй здесь не ездит. Вот сейчас уже вот на том как раз подъеме раскопали немножко. И то есть машина будет упираться в песок. Сейчас попробуем пропустить еще раз людей, чтобы проехали, потому что все заезжали по-жесткому. Так, первая пониженная, смотрим, поднимется на данный момент. Вот, раз ступенька. Да, вот, видишь, вот, вот, сейчас накопали вообще отлично. Вот на этих ступеньках автомобили спотыкаются. Шестерка. Ну, посмотрим. Ничего-то не получилось стартануть правильно. Как думаете? Смотри, ползет, ползет. О, моща, 18 лет. 18 лет автомобиля. Представляешь, 18 лет автомобиля. Так, Туарек у нас. Отлично. А, по другой траектории, более крутая. И поднимаю. Пробовать подняться, я имею в виду. Рот замерз, честно сказать, полно. И не получается. Я думаю, сейчас вторая пониженная, да? И все, смотри, первая пониженная, и все, я умер. А пока он первую включит, она... Конечно, да. Нет. Так, нашли новое упражнение. А, хорошие бугры. А потом вот здесь вот по кустам надо. Ну как-то вообще легко. Да. Неинтересно. Вот вот. Так, Дима пока. Сейчас заедет. Красавчик! Вот класс! Так, Хаммер у нас пробует. Смотри, кто молодец. Тут надо газ ловить. Здесь надо газ давать. Смотри, пошел, пошел, пошел. Ну а все равно привод как-то работает не полностью, да? Да. Наверное, имитация вот эта вот, электронная вот эта вот. Во-во-во-во-во-во, красавчик, красавчик. Давай, 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 давай. Нет, надо разгон. Это близко не поедет.
Проходим, проходим. Поехали, поехали. Смотри, что творит. Нет, ну смотри, хорошо едет все равно, да? Ребят. Обалдеть. Вот молодец. Смотрите, вот видите. Давай, рывок. Отлично, вообще супер. Красавчик. О. Напомню, заднее 100%, впереди самоблок. Давай, давай, здесь, сейчас наблюдаю сзади, как работает 100% блокировка, и смотрю постоянно два колеса маслая. То есть у самоблока не факт, что будет сработать постоянно, а вот видите, 100%. Сейчас посмотрим, давайте смотрим. Разгончик подряд. Супер. Так, стоковый автомобиль Нива 215. Газу, 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 газу. Нет, нет, нет. Видишь, колесо освобождается, весь крутящий момент на пустое колесо, и все. Заснял, Антон. Да, вот сейчас, ну давай, давай. Нет, 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 не получается. Ну, неплохо у Антохи едет, да? Только я сейчас видео заснял. Да, с хорошим клиренсом, с блокировочками, с резиной. Сейчас получилось, что назад скатился, и фаркопом уперся в кочку и назад не едет, и просто воткнулся и не едет. Ребята пытаются его поднять и поменять угол съезда, чтобы он съехал. Посмотрим, как у нас проедет этот автомобиль. А что так легко? А почему вот так вот легко? Заварочка рулит. Там как гора, да? Вот так вот. Ну нет. Переднее левое колесо как упирается. Не каждый автомобиль так сможет заехать. Вот, а мы... Ну он может, может заехать. Вроде база длинная, а едет отлично. Два часа здесь.
снег, снег не перестает идти. Опа. Пороги, пороги загнули, снесло. Газ. Ох, чуть не лег, слышь? Ребята, вот вообще опасно, честно, опасно. Ёпта. Ну, моща, да? Привет. Вот это вообще, да, Дим? Ага. Вот это. Так, Руслан у нас. Ну, Руслан на ходах. Ну тут такое вывешивание, да, Дим? Конечно, на камеру даже не видно будет, но достойный автомобиль. Вот, да, вот так. Ну смотри, тоже зашел. А, ну он стравился, смотри, у него там-то колеса-то лепешки травленные. Так, еще раз. Анатолий поменял буквально ночью у нас сцепление. Сцепление у него, говорит, 170 тысяч прошел. И вроде, говорит, закончилось. И вековский двигатель. Толь, они его заехало! Давай, давай! УАЗика у кого? Решил унизить УАЗ 1.6 ESP. Ну, смелый парень, смелый Алексей. Если заедет, прям красавчик будет, честно скажу. Обычно зимняя шипованная резина. Но упражнение очень, очень сложное. Сейчас вот он на двух колесах стал. ESP обычно вытаскивает. Но я думаю, что, во-первых, на подъеме стоит, наверное, сложно. Бампер прям впритык проходит, смотрите. Так, раз. Раз. Сейчас заедет, все, уже заехал. Давай левее лучше сюда. Смотри, что. Короткая база. Вот что значит короткая база, да, Дим? Погода испортилась. Буквально часа два покатались даже. Руки замерзли, все замерзло. Ветер такой. И снег с дождем, наверное, да? Такой. Ледышки. Ледышки прям, холодно. Приехали в песчаный карьер, но как сами видели, что грунт замерзший, и автомобили, в принципе, легко заезжали. Попробовали на каких-то там диагоналочках покататься, ну, время провели,
всем спасибо участникам. Про новый УАЗ Патриот, который вот буквально с салона взяли, не стали мы его пока насиловать, там буквально он 10 километров пробега на нем. Евгений вот самостоятельно покатался по горочкам. Вот первое впечатление. Жень, расскажи вот вообще, как вот первые, сколько ты сутки на нем ездишь, да, примерно? Первое впечатление, да, свои расскажи. Сутки получается, как он у меня во владении, этот Патриот. Ну, на асфальте машина хорошая, стоячая, все, это расход как бы, не сказать, что большой, но... Ну, пока еще рано говорить. Пока рано, но так в среднем, блин, 13 литров укладывается. Но здесь это не факт. Но... Нет, это не факт пока, да. Да. Ну, плюс еще он обкатку проходит, еще как бы. Ну, да. Расход, естественно. То, что касается карьеры, попробовал я на заднем приводе заехать. Конечно же, не получилось. Ну, такие легкие горочки. Пробовал, осматривал это. Вот. И это. Резина плюс еще тут, конечно, это стоит летняя. Летняя резина стоит. Ну, а так, ну, включал 4 ВД без понижайки. Ну, вот. Да, шайбы этой. Пробовал. Тут тоже система такая, надо на тормоз нажать, там включить, отпустить тормоз, потом включает. На 4 ВД на повышенное заходит тоже, ну, заходит нормально уже, как бы я забирался. На понижайке еще лучше, он вообще на холостых у меня идет. Ну, то есть сочетание двигателя и этого автомата, да, за 1 700 000, да? Да. Идеальный вариант. Да, как бы... Ну, конечно, дороговато, я считаю, что для такой машины. Но по качеству вроде не скажешь, что это у вас. Пока. Шума нету, вот мы сейчас едем на нем. Так, погода. Шума нет. Да, шума нету. Очень комфортно двигаться на УАЗе. Руль греется, подогрев лобового стекла. Тут, ну, короче, полный фарш, как и есть на ворота. На этом автомобиле есть. Да, тут этот спуск, вот это помощь. Да, помощь при спуске тут есть. И спишь, как бы я... Места много, сидеть классно. Так что пожелаем Евгению хорошего владения, да, чтобы он не ломался. И поздравляем его, Жень, с покупкой. Спасибо. Да. Всем ребятам спасибо за поздравления приобретенного автомобиля. Надеюсь, он еще не раз появится у нас на канале. Да, я тоже так думаю. Все, ребята, спасибо за просмотр, что посмотрели. Всем здоровья. Зима уже не за горами. Скоро будем кататься по снегу, по сугробам. Тест шин будем проводить. Также будем собираться с ребятами. Все, будьте здоровы.